Привет, мои дорогие подписчики, зрители. О, почему вы оказались на потолке с Лести? Ну все так, отлично, у нас там уже вечереет. Ладно, сейчас поспим и пока. Ой, нет, нет, не пока. Так, покопаемся в шахте. Да? Кто за, чтобы копаться в шахте? Да, в принципе, здесь у нас очень много угля. И мы сейчас... Нам главное просто рубить. То есть сделать здесь такую базу, может быть, подземную. Да нет, шучу я. Мы сегодня не... Только не это. Ладно. Здесь уже третий раз взрывается крипер. Третий раз. Да это уж... Ужас. Это ужас. Просто ужас. Просто ужас. Просто и раз. Еще раз. Просто ужас. Сюда надо дверь еще поставить. Ну так, эту ямку мы потом. Я где-то слышу зомби. Где зомби? Ничего не страшно. Там пропасть. Меня бьет. Кто меня бил? Вот так не люблю, мои дорогие подписчики и зрители, что непонятно, кто бьет. Давайте попытаем части. Если выпадет, значит у нас сегодня... О, выпало, значит у нас сегодня все хорошо. Будет. И зомби где-то вон там, наверное. Почему я присел? Ладно, сейчас. А, вот ты здесь. Я думаю, почему не... Вот, ненавижу опрос, если что. Ну, иногда она мне помогает, когда совсем ничего есть. Еще есть много плоти. И... Дам. Нам бы еще одну паутинку. Ладно, ну у нас есть перышко, отлично. У нас есть плоть. Если у нас закончится еда, хотя она никогда не закончится, потому что здесь растет очень много арбузов. И откуда там вот зомби появляются? Там паук. Ой, у меня мало жизни, он сильно бьет. Ладно. Восстановим жизни. А, они не восстанавливаются, когда у тебя... Голод. Давайте поедим. Можем мы поедим, конечно же, арбузиков. Поели. И все, должны жизни восстанавливаться, как по правилам. Да, восстанавливаются. Ведь я ненавижу, когда у меня в шахте... Какие-то монстры появляются. Хотя этот паук бьет только по одному хп. По сколько там хп? Я уже не помню. Ух ты, газ. Паутинки нет. А, все, у меня две паутинки. Выпало целых две паутинки. И теперь богатым мы можем сделать утку. У нас, да, целых три. Еще... Целых три. Ну вот, здесь мы родители начали говорить. Ну все, теперь не говорят. Теперь надо нам взять палок. Нет, ладно, сейчас просто скрафтим их. Заменим углю. Хотя.
сейчас, да? У нас там ночь идет, а нет? Ну, теперь мы точно не помрем за голову, потому что... Биту? Мы можем сделать биту? Ну, это круто, круто. Ладно, сначала мы сделаем удочку. Удочку сделали, и теперь надо сделать вроде бы биту. Давайте сделаем биту. А монеточка делается, да, сложно. И теперь это тоже сложно делается. Мотыга. Ладно, ладно. Это что? Это что? Это. Ну вот. Что нам? У нас железо, у нас золото. Ну, даже кожа идет. Так вот. Так, кстати. А, мы можем вот так смотреть, за сколько времени. И что еще делать? Может, ну, блядь, я не хочу. Это ж... Это не надо, потому что это не фигня. Арбуз можем сделать? Нет, я не хочу арбуз. На арбуз. Чаще тыква. Чаще тыква. Ладно, ладно, ладно. Все, уже все. Сейчас мы пойдем на рыбалочку. Все это. Хозяйство. Мой остальной. Вот хотел нам понадобиться. Пусть нам, пожалуй, не понадобится. Так, это так. Мы собираемся рыбу. Мы поймем ее сегодня. Я давно хотел сделать удочку, наверное. Наверное, многие из вас знают, как крафтится удочка. Если не больше, то больше. Ждем рыбу. Ждем рыбу. Где рыба-то? Давайте пойдем куда-то дальше. Вот там вполне можно пробачить. И давайте туда и отправимся. Гравий? Да, отлично. Грави можем сделать тогда зажигалку. Вот. И там было. Давай, ловись. Ловись. Почему здесь ловится рыба? Я вижу, что мне не ловится рыба. Хотя... Ладно, тогда пока сделаем огород, но сначала сделаем мотыгу. Деревянную, конечно, потому что каменную нам ни при чем. Может, в развитии нашей эр, так сказать, эры мы... Так, кусочки. Нечисть всегда будем с собой брать, потому что малая какая нечисть на нас нападет. Да, 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 да. И как это убрать? Черт побери. Я не люблю вот это. Они просто выходят и входят. Отлично. Заходим сюда и... Какое дело? Извини, если кто-то... Ну, что у меня... Вот, сейчас покажу. Вот. Скин как-то картинки нет. Вот у меня скин такой. Скин называется «Миллионер». Я его сам так назвал, потому что здесь похоже на денежку. Хотя это и есть денежка.
Кстати, мы будем скоро снимать, мой брат будет снимать другую рубрику, которая будет играть в креатив. Я как-то за... Куда свинья? Потому что у меня подкоп. Кто собирается так сделать подкоп? Свинья ж... Что ли? Да, здесь был подкоп. Это... Здесь мой брат мне что-то шепчет уже. Их спать можно только ночью. Уже закат, я что помню. Ладно. Сейчас. Вот. Думаю, столько нам хватит. И... Все, и поспим. Нормально поспим. Все, и спим. Давайте. И так, у нас уже третий уровень. Я сам не заметил. Ой, зачем я открываю дверь, значит... Здесь семена. Сколько у меня семян? Здесь семена у меня. Здесь семена. О, здесь семечка. Она, наверное, не очень классная. Вот, и ждем. У нас уже не можешь сюда пойдем, а шахту нет. Шахта нам ни при чем. Что там с окна? Мне там показалось, что это был какой-то игрок. Ладно. Я пока. Что же я хотел сделать? А, да, сделать сахар. Сахар. Не сахар, да. Кстати, вот вы с ложки. Давайте посмотрим, что вы здесь. Кстати. У нас была кроватка была. Давайте. Ну, да, она сложно сделать наковальню как. Да еще легче, конечно. Да и то, это почти сложно, это еще сложнее. Вот это хотелось. Ладно. Ну вот это мы. А, нет, а вот это мы вполне сможем сделать. Непонятно зачем, но Ну, стоп. Они нам это захочется, потому что это типа умывальника, и я захожу в туалет. Я здесь. Ну, вы сами понимаете, мои дорогие зрители. Слушайте. Подписчики. И, кстати, кто из рос, кто взрос, смотрит мой канал взрослый, напишите в комментариях, да, а если вы ребенок, тогда нет. А если вы ребенок, то напишите, не знаю, например, не знаю, я ребенок. А если вы взрослый, напишите «да», это значит вы взрослый. А если нет, тогда вы не ребенок. Она как-то непонятно получилось. И напишите в комментариях, продолжать эту рубрику или нет. Вам нравится она или нет? Как вы думаете? И кстати, почему здесь спавнится у меня зомби, хотя здесь вполне светло. А, да, здесь не светло. Ладно, пойду. Здесь могут быть спавнеры где-то за стенкой. Ну, вряд ли. Потом спавнеры пауков, зомби. Ну, вполне их можно найти, потому что...
самый главный спавнер всякий нечисти, это спавнер вроде бы, ну да, спавнер это ночь. И, кстати, сегодня мы попытаемся сядем себе сделать. Здесь мой брат что-то мне делает. Сейчас. Андрей! Я здесь снимаю видео вообще-то. Ага. Извините, мой. Здесь сейчас постоим. Все. Смотри, теперь закрой дверь. Назад. Еще. Сейчас. Ой, зачем мы ушли из дома? Ладно. Я специально рядом с водой это сделал, чтобы не шуши. Ой, быстро. Все. Ой, сколько мне жизни, мне надо быстрее. Умею что-то там делать. Что же мне сделать? Надо сначала обязательно поесть, чтобы жизнь наполнялась. Мне так быстро тратится еда. Вот почему? Ладно, сейчас. Здесь есть. Все, пусть стекло переплавляется. Песок, то есть, переплавляется, мы сейчас сделаем теплее. Для меня, ну да, все. Я знаю, мы сундук можем сделать. Можем. Только мне не нужен сундук. Я хочу сделать топор. Кстати, мы возрождаемся почему-то на крыше нашего дома, а не внутри дома. Вот так вот. Поехали рубить дерево. Эх, у меня снова один голод. Я ничего же не сделал. Поем мясо. Тоже оно по одному. Да пойдемте рубить дерево. Кстати, кто не смотрел мои предыдущие ролики и не знает, откуда вот этот домик и всякие ресурсы эти имелись, я... Все будет на моем канале. Сейчас мы порубим дерево и на этом закончим. Верно. Как вы думаете, надо заканчивать или нет? Давайте все-таки закончим. Эх, мы уже не достаем. У меня 13, давайте перекрафтим их. И все. И мои дорогие друзья, пока. Пока.